отгул спецтехники полным ходом идут работы в парке культуры и отдыха города Граца. Уже отчетливо видны новые зоны для различных видов отдыха. Сразу на нескольких площадках парка, где разместится спортивная зона, закладывается основание под асфальтирование. Волейбол и большой теннис, баскетбол и мини-футбол. Две площадки отведены для занятий этими видами спорта. Третья, уже действующая воркаут-зона, пополнится новыми уличными тренажерами. А на четвертой разместится скейт-парк. После асфальтирования на всех площадках, кроме последней, появится травмобезопасное антискользящее резиновое покрытие. Дальше установка оборудования. Все работы по благоустройству парка проводятся исключительно квалифицированным персоналом, имеющим колоссальный опыт в проведении работ, связанных с благоустройством парковой территории. Делается все для того, чтобы сократить сроки, установленные заказчиком, и выполнить свои работы в срок, чтобы в ближайшее время жители города Городца смогли получать удовольствие от установленных детских, спортивных, игровых площадок и пребывать на территории парка. Параллельно работы ведутся и в центральной части городского парка. Здесь разместится новая детская площадка. Появится она на месте прежней, которая уже демонтирована. И, как обещает представитель фирмы заказчика, будет намного многофункциональней своей предшественницы. Будет выполнено основание под нее в виде бетонной площадки с, опять же, с травмобезопасным покрытием, значит, бесшовным, и с размещением площадки детского оборудования, игровых комплексов, там, качелей, качалок и все прочее для, в общем-то, для всех возрастных групп детей. Кроме этого, в ближайшее время будет установлено новое освещение как по периметру парка, так и возле игровых и спортивных площадок. А также появится дополнительное ограждение зон и ведущие к ним тротуары. Полностью завершить все работы планируется к 21 сентября. Татьяна Коныгина, Александр Горбунов, Городец ТВ, специально для «Время новостей».